Судебные приставы подвели итоги работы в уходящем году. За 11 месяцев сотрудниками управления по разным категориям долгов было взыскано около 2 миллиардов рублей. Почти вдвое увеличилось количество взыскаемых штрафов, возросла сумма взысканных налогов и сборов. Действенной мерой по-прежнему остается запрет должникам выезда за границу. Особенно актуальна эта мера в преддверии новогодних праздников. 2500 жителей области уже значатся в списке невыездных. Даже погашение долгов не сразу снимает эту обязанность с должника и предоставляет ему право выехать за границу в силу того, что определенный период времени проходит документооборот, и соответствующие службы, куда поступают наши постановления, это погранслужбы, не могут огромную массу документов обработать очень быстро. В числе невыездных могут оказаться и автолюбители, которые не оплатили штрафы по линии ГИБДД в размере, превышающем 10 тысяч рублей. В этих случаях мы, как правило, обращаемся в суд за ограничение выезда за границу. Связано это прежде всего с тем, что потенциальный правонарушитель в конечном итоге может совершить и более серьезные правонарушения, о чем мы постоянно слышим из средств массовой информации, о том, кто и когда, в каком виде, в том числе в нетрезвом виде, совершает эти правонарушения, в том числе с летальным исходом. Неоплаченных штрафов ГИБДД год от года становится все больше, так как увеличивается число видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД. За долги суд может принудить неплательщиков к обязательным работам. В этом году на благо общества уже потрудились 290 человек. В Иванове должники отбывали наказание в зоопарке и городских парках культуры и отдыха. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.